Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Биткоин продолжает пампить. Выглядит это, как будто уже пора зашортить. Многие, я смотрю, в чатах пишут все, короче, я закрыл позиции в офигенный плюс, жду коррекции. И как бы, в принципе, локальная вот такая коррекция, она может произойти. Но это мы смотрим 30-секундный таймфрейм. Это конкретно для скальперов. А если мы с вами отдаляемся, вон, видите, дальше прет. Если мы с вами отдаляемся, на хотя бы четырехчасовой таймфрейм, то мы видим совсем другую картину, что биткоин в целом-то как бы даже, можно сказать, падает последние полгода и еще даже расти толком не начал. Поэтому я всегда вам говорю, ребята, что очень важно отдаляться. Отдаляться и видеть макрокартину целиком. Поэтому давайте разбираться, что происходит. И не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. А происходит у нас следующее, ребята. На среднесрочной картине мы только-только начинаем разворот. Только-только начинаем разворот. Вот. Хотя, опять же, многие, сейчас думают, что мы в сравнении вот с этим фракталом, что мы сейчас где-то вот здесь. Многие не верят в то, что мы сейчас начнем разворот. Да, вот у нас вершина, вторая вершина. И типа ждут, что мы сейчас пойдем вниз. Многие даже шортят этот уровень. Поэтому я говорю, очень важно отдаляться, чтобы видеть, что, ребята, вы шортите дно как бы. Даже вот здесь, если вы шортили, вы все равно шортили дно объективно. И когда мы вот так вот сделаем, э это станет очевидным. Вот. Но если вы отдалитесь еще более глобально, то есть на среднем сроке мы падаем, да, на краткосроке мы растем, а на макро сроки назовем это так, на макро картине мы, в принципе, то растем. Мы растем всегда, и сейчас мы находимся на очень пригодных зонах ниже сетки MA Ribbon месячной, где мы статистически были всего три раза и оттуда выпрыгивали супер бодренько, отскакивали и дальше продолжали свой рост. Поэтому, ребят, ну на мой взгляд, для инвесторов сейчас просто идеальнейшая точка входа в биткоин. Как мы видим с вами из графика и понимаем из фундаментала. Во вчерашнем видео, кстати, был прикольный, э, прикольный интро, которое говорило о том, что как биткоин уходит от регуляции и от банков, и что банки этого боятся. И многие начали писать тоже в чатах и в комментариях, мол, типа Грин, да ты чё, как они позволят э, CBDC будет править миром, банковский картель никуда не уйдет люди будут использовать CBDC, а биткоин это пустышка, кто позволит вам пользоваться биткоином. И я привел такую аналогию, хочу вам ее тоже сказать, если вы не читали мой пост в телеге. Кстати, в телегу к нам обязательно тоже подпишитесь, чтобы не пропускать всю движуху. У нас там и телеграм-канал, и телеграм-чат, соответственно, в описании ссылка есть и на экране. Короче, я ответил так, что, ребята, кто за вас будет решать, выбираете вы торренты или вы выбираете платную подписку iTunes или Google Play. Понимаете аналогию? Биткоин – это как торренты. Это, эта система без третьей стороны, без как бы подотчетного лица. То там типа писали, понесет деньги сейчас типа из банков, из фондового рынка какому-то дяде типа в биткоин. В том-то и дело, что в биткоине нет никакого дяди. Да, есть, конечно, Сатоши Накамото, у которого все еще есть там пару миллионов битков. И то не факт, что он есть. И что эти битки не утеряны. Но тем не менее, биткоин это как раз децентрализованная система, где каждый сам себе банк, каждый сам хозяин своих средств. И это надо понимать. Биткоин это как торренты, они доступны всем. И так и должно быть на самом деле. Потому что я лично за операцию и за торренты, потому что я считаю, что каждый любой голодный ребенок там в Африке или еще где-то должен иметь доступ ко всей э -э библиотеке, ко всей фильмографии, понимаете, ко всем программам, чтобы работать на них. И это несправедливо, что каждый должен платить одинаковую цену за подписку, там и европеец, скажем, там и индонезинец, какой-нибудь африканец, там и, и американец. Поэтому я считаю, что все должно быть бесплатно, все должно быть доступно каждому. А за счет чего все это существовать будет, спросите вы? Да за счет меценатов и донатов, как обычно. Но это говоря про музыку, про видео, про программы и так далее. А говоря про биткоин, просто это общедоступная сеть, и вам не нужен банк, который будет вас регулировать, контролировать, запрещать, замораживать транзакции и так далее. Но не все это понимают, и это хорошо, ребята. А так, чисто технически, посмотрите, на недельном таймфрейме у нас только первая зеленая свеча Хайка Наши вырисовалась после 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, если я ничего не перепутал красных недель подряд. У нас такого падения вообще еще затяжного никогда не было в истории биткоина, чтобы вы понимали, по свечам хайка наши. Поэтому, ребята, цели все те же. Вот сетка EMA Ribbon 30 тысяч плюс-минус, это в рамках технического отскока. А так, я думаю, что нас может развернуть и пойти еще дальше. Напишите в комментарии, что думаете вы. Опять же, рекорднейшее количество шартов по SMP. -хе. За вообще все время, то есть фондовый рынок тоже сейчас, скорее всего, выдаст хороший шорт сквиз. И сами знаете, как это скажется на биткоине. Поэтому, ребята, тысячу дисклеймеров. Только вам решать, использовать вам децентрализованные сервисы, где каждый участник сети является равноправным звеном, или использовать централизованную херню э, и становиться рабами этой системы. И это действительно так, ребята. Если вы думаете, что вам кто-то вправе говорить, что вам делать, то вы уже рабы. Измените свое состояние, свой майндсет и настройтесь на то, что только вы решаете вообще, что вам делать. И в плане пиратства вот есть офигенный сервис Audios, это блокчейн SoundCloud, скажем так. У них есть монета Audio, который вы наверняка знаете и торгуете, может быть, даже. И моя страничка музыкальная есть на аудиос. она называется ITS I Think So. Я добавлю ссылку в описании, чтобы вы могли также к нам подписаться и получать здесь всякие плюшки в виде аудиокоинов. Вот, эта тема очень развивается. Это, по сути, свободный аудиохостинг, то есть он, грубо говоря, можно сказать, что и пиратский в хорошем смысле. Вы можете спокойно лить сюда любое музло, и оно по авторским правам не бьется. И прослушиваний, просмотров здесь достаточно много, то есть реальная есть социальная активность. И монета аудио торгуется как и на Байбите, так и на Femex, и на Binance, и на всех крупных биржах. Вот, и тоже выглядит сейчас очень интересно. Посмотрите, она только-только вот сейчас собирается пробить наклонку нисходящую в локальном своем дне. То есть она сейчас стоит 37 центов, недавно стоила вот полтора доллара, а all-time high у нее был вообще 5. 5 долларов. И кто меня давно смотрит, помнит, что я забирал все вот это движение от доллара до 5, потом вышел, потом забрал снова с 0.9 на 3, где-то потом вышел, и вот сейчас снова ее накапливаю, потому что тут желтая точка и очень хорошая картина в целом по фундаменталу и по технике на средний срок, долгосрок. Вот, я не говорю, что сейчас аудио пойдет прям переписывать All Time High -e в ближайшем будущем, но даже если он сходит до вот этой вот какой-то наклонки, даже если по не по теням, а по телам свеч провести, я не знаю, как-то вот так, условно говоря, то тут все равно потенциал куда-то на доллар, на доллар двадцать отскочить есть. А вообще проект интересный, в долгосрок тоже его набирать, я считаю, что очень не глупо. По биткоин кэш, кстати, тоже держу лонг на фемиксе и на спот набрал очень хорошую позицию и по ETC, и по биткоин кэшу, потому что считаю, что монеты себя еще покажут, даже биткоин кэш, который как бы типа вроде бы форк биткоина, такой ненужный аппендикс биткоина, да? клон биткоина. Тем не менее, слушайте, он недавно стоил 1600, а сейчас стоит 100. Ну как бы, блин, ребят, ну вы чё? Не видите, что ли, этого? Тут даже технический отскок куда-нибудь на 500 на 600 долларов, можно сказать, просто на дороге валяется. Вот до ближайшего сопротивления, до ближайшей прошлой поддержки и сопротивления это уровень 400 долларов. Это 4 икса, ребята. Без малого. Так что да. Bitcoin кэш, кстати, тоже у них сейчас масса адопшн хорошая. Они повсюду принимаются к оплате, в кафешках, в магазинах. Много где по всему миру. Вот я даже на Бали заезжал чинить телефон. Там у них висит стикер Bitcoin Cash, accepted here. Именно Bitcoin Cash, а не биткоин. В телефонной мастерской. Такие дела. Вот. И, собственно, да, вот такого примерно движения я жду. Плавно буду разгружать сейчас позиции маржинальные, накапливая на спот. Чего и вам желаю. Все ссылки в описании. Обзор на биржу Байбит, если вы не видели, сейчас он появится у вас вот там. Вот посмотрите обязательно, как торговать на этой замечательной бирже. Все прогнозы остаются в силе. У меня на этом текущем отскоке накапало уже порядка 20 тысяч долларов нереализованного PNL. Так что пора на самом деле плавно-плавно начинать разгружаться. Вот что я сейчас и буду делать. Расставлю лимиточки на разгрузку по ходу пьесы, когда закончу запись этого видео. Но, опять же, это только спекулятивная часть. Еще раз вам говорю, это только margin трейдинг. Те, кто накапливают на спот в долгосрок, не вздумайте ничего сейчас разгружать. Только покупки, только покупки на ближайший год, два или три или десять. Просто забыть и оставить на холодном кошельке. По эфиру классику давайте посмотрим. Мы вчера еще смотрели его. Что он в итоге сделал? Он еще даже не откатил. Видите, как могут стрелять монеты? Здесь, знаете, почему он так растет? Да потому что его тут все шартанули, вот тут, 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 а он дальше попер сейчас ликвидирует шартистов. Поэтому, ребята, держите те монеты, которые еще вот здесь, они обязательно сделают так же. Просто вам по опыту говорю. И объемы хорошие вот на Binance, даже на споте. Кто там вчера говорил, что я смотрю объемы на фьючерсах. На споте тоже хорошие объемы. Эфир классик, это настоящий эфир. Вот, улетел он, конечно же, в связи с новостями о том, что эфир переходит на пост. И, кстати, на дневке желтая точка, посмотрите. Раз, два, вот как она отыгрывает. Мы, конечно, ходили еще ниже. Но мы еще, кстати, не поднялись даже к уровню вот этой желтой точки. То есть тут как бы тридцаточка, можно сказать, гарантированно по классику. А дальше будем посмотреть. Все, все ссылки в описании. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Постараюсь провести вечером прямой эфириум. Для вас, ребята, поэтому пампим лайки. Не ведемся на медвежьей ловушке. И всем профитролей. До следующей встречи. Пока.